Всем привет! Я на выставке в Art Movie. Мне очень понравилась вот такая картина. Летний день Марии Кашкаревой. В общем, мне тут много таких картин из серии «Мусор в моих карманах». Мусор – это то, что, я так понимаю, с чего создано это произведение. Вот у нее всякие веточки. Всякие дубы использованы, даже цветочки засушенные и прочий хлам, который обычно валяется на улице. Из него происходит такое произведение. Домик, я так понимаю, из карандашей, из каких-то, даже из палочек. А здесь забор такой, почта. В общем, и озеро. По-моему, из смолы какой-то. Как вам такие картины? Мне вообще зашли. Сейчас еще покажу несколько. Я по второму разу прихожу уже сюда, потому что очень понравилось. Обновляется у них в Art Muse, который на Васькином острове. У них галерея, и вот здесь вот пока еще это не закончилось. Выставка Марии вот этой. С разные художники собраны. Мне больше всего вот это прямо. Я балдею. Картины собраны, сделаны из мусора. Так называемого. Надо понимать, строительный материал. Смотрите, какое полотно. Вот, как бы уходящая дорога. Старинный дом. Трамвай из каких-то веточек сухих. Дом вообще вот так выполнен. Все лаком пролачено. Как оно не отваливается, я не знаю. Старинный дом. Вот союз печать даже есть. Из маленьких газет. Вырезки из каких-то газет она так сделана. И вот. Все увидим. Отойдем вот так вот. Сверху масляная краска. Называется «Скульптурная живопись из лесной коряги». Здесь целая куча домов, тоже из коряг. Пеньков всяких складываются дома. Классно ведь, согласитесь, Санкт-Петербург как сделал. Вот, бревнышки такие, река и старинные дома, даже перспектива здесь есть.